Здравствуйте. Когда-то я показывала свой кабошон из дракона желтого, показывала, что я заказала вот такие вот красивую такую брошь к нему и еще браслетик, чтобы сделать украшение. Пока я сделала брошь. И теперь, вот когда я сделала эту брошь, так я ее обшила, очень простенько, пригодились мне мои рондели бесконечные, что я заказываю. Смотрите, какие красивые они переливаются и желтым, и зеленым. Прямо точь-в-точь подошли вот к моему агату дракон. Сзади я сделала вот такую штучку. Золотое немножко отсвечивает, но я сделала здесь филигрань золотую. Еще не показывала в распаковке. Может, покажу скоро. И сделала вот два колечка, чтобы можно было закреплять украшение к этому кулону, к этой броши, которая может стать кулоном. И я задалась целью найти всякие-всякие возможности, как люди делают вот эти вот крепления. И кроме того, я задумалась, вот вспомнила, что у меня есть вот такие крючочки для шитья. Начала искать в Алиэкспресс, нашла такие же и золотого цвета, и совершенно разной формы, и размера разного. Их же тоже можно вот так аккуратненько подшить, и они будут совсем-совсем малюсенькие. Они прямо вот предназначены для того, чтобы их подшивать. Так что вот такая идея у меня возникла. Я уже отложила себе в корзину такие золотые. Может, куплю, посмотрю, как они будут действовать. Потому что вшивать колечки немножко проблематично. Я не уверена, как они держатся. Я, конечно, их очень хорошо вшила. Но все равно здесь вот эта вот петелька прям предназначена для вшивания. И вот можно такой способ попробовать. Тогда они будут совсем малюсенькие здесь. И, наверное, будет хорошо. Не знаю. Когда я соберу бусы, в общем-то, у меня уже все тут готово вот для бусин, чтобы собрать какое-то колье или что-то подходящее. Вот у меня есть три размера вот такого агата желтого, красивого тоже. Он очень подходит к моему агату дракон. Потом у меня есть, как вы, кто помнит и кто смотрел, у меня есть вот это замечательный вот этот браслет, который, в общем-то, для этого все это было и куплено. И я вот думаю, никак не могу решиться. Или сделать просто вот такое нежное украшение. Тогда, мне кажется, кабошон немножко тяжеловат. Или вчера я приложила вот так три вязки бусин, прямо одну за другой. Тоже неплохо вроде смотрится на них. Но у меня нет такого разделителя. Надо что-то придумать, как разделять. Или сплести из вот этих бусин здесь разделители. В общем, я еще не решила. Поэтому сегодня я хочу показать вам просто фотографии, не мои, способов оформления брошей для того, чтобы они превращались в кулоны. Кому интересно, смотрите. И до новых встреч. Но это еще не все. Легким движением руки Брюки превращаются в брюки, в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка.